Приветствую всех своих подписчиков, а также случайных зрителей. В сегодняшнем видео я хотел бы рассказать вам об уникальном и революционном проекте, который при правильном подходе может принести вам огромную прибыль. Платформа, о которой я хочу вам рассказать, называется ForSage. И она представляет собой первый в мире на 100% децентрализованный матричный проект. Без сроков действия площадок, с ограниченным количеством мест и неограниченным количеством реинвестов, в которой вы можете зарабатывать, привлекая партнеров и получать 100% от всех их сделок. Матричные проекты не являются чем-то новым, они существуют уже довольно давно, но ForSage является уникальным, поскольку он построен на блокчейне Ethereum, а поэтому является полностью децентрализованным, и в нем полностью исключена возможность скама и кидала от создателей проекта, как это бывает в других матрицах. Ведь создатели ForSage никак не могут повлиять на смарт-контракт, так как он является самоисполняемым, и его работа не зависит ни от чего, кроме как от работы самой сети криптовалюты Ethereum. Но для начала я бы хотел вам рассказать, что вообще представляет собой матричный проект, чтобы вы могли понять, почему ForSage является самым денежным и уникальным из подобных проектов. Матрица является одной из форм MLM, или же сетевого маркетинга. Точно так же, как и в других видах MLM, для участника матричного проекта основной задачей является построить команду и создать структуру, в которой доход каждого участника напрямую зависит от активности его партнеров. Однако существует одно принципиальное отличие матричных проектов от классических MLM-компаний, в которых всегда есть продукт, БАДы или косметика, или какое-нибудь программное обеспечение и так далее. А продуктом, или точнее квазипродуктом матричных MLM-проектов являются места в матрице, которые оплачивает участник. Также, по словам разработчиков, целью проекта является популяризация криптоэкономики в мире через пример P2P взаимодействия между участниками, то есть без участия третьих лиц. Децентрализация, по их словам, это новый, неизбежный стандарт экономических отношений любого уровня, будь то покупка продуктов в магазине или сделки между державами по энергоресурсам, цифровой актив в обоих ситуациях является самым быстрым, безопасным и надежным инструментом. Оплатив одно место или несколько мест в матрице, участник получает право продавать приобретенные места тем, кому он порекомендовал проект. С прибыли участник делает апгрейд площадки в программах, которые в дальнейшем он продает своим партнерам, когда они становятся готовы их приобретать. В проекте ForSage предусмотрено одновременно два типа маркетинг-плана, которые активируются для вас одновременно при регистрации и оплате участия в проекте в размере 0,05 эфиров. Первая программа X3 состоит из одной партнерской линии, включающей 3 свободных слота под вами. Первые два приглашенных вами партнера покупают у вас 2 места в этой матрице, и вы зарабатываете 100% средств с оплаты каждой из них. А с третьего партнера 100% средств будут переадресованы на кошелек вашему вышестоящему партнеру в счет оплаты открытия нового места в этой матрице для вас, так называемого реинвеста. После этого вы снова будете иметь 3 свободных места в X3, готовые принять партнеров-новичков, либо уже ранее знакомых партнеров, которые занимают свободные места при своих реинвестах. Этот процесс цикличен и не имеет ограничений, и может происходить бесконечно. Второй тип маркетинга X4 представляет матрицу, состоящую из 2 линий, по 2 и 4 партнера соответственно. Места первой линии занимают ваши партнеры, перечисляя оплату на уровень выше, то есть вашему вышестоящему. Партнеры второй линии, которые могут быть как вашими личными приглашенными, так и партнерами ваших людей из первой линии, то есть так называемые переливы. Оплату за эти места второй линии получаете лично вы, и доход 100% с каждого участника поступает на ваш кошелек, за исключением места, закрывающего эту матрицу, который по аналогии с X3 сразу переадресовывается вышестоящему в счет реинвеста, то есть открытие новой такой же площадки на 6 мест. При этом, когда реинвест будет происходить у ваших партнеров, вы будете получать с этого прибыль в размере 100% от покупок их приглашенных.
То есть даже один активный реферал, приглашаемый вами, может бесконечно приносить вам прибыль своими постоянными реинвестами. И в X3, и в X4 таких площадок целых 12. В сумме 24 площадки, работающих циклично, повторяют доход снова и снова. Первая площадка стоит 0,025 эфира и покупается вами при вступлении в платформу. Но поскольку регистрация возможна сразу в двух программах X3 и X4, то первоначальный взнос Farsage составляет 0,05 эфира, что по текущему курсу составляет примерно $7.5. Далее вы можете производить апгрейд, то есть покупать площадки высшей стоимости, каждая из которых стоит в 2 раза больше предыдущей. Соответственно, доход также в 2 раза больше для каждой последующей. Система рассчитана так, что при закрытии каждой площадки вы уже имеете финансовую возможность сделать апгрейд на следующие площадки. То есть после регистрации вы можете не вкладывать дополнительные средства, а просто пускать их в оборот, увеличивая отдачу. Стоит учитывать, что если ваш партнер купит площадку, которая у вас еще не открыта, то вы упустите такую транзакцию, которая будет являться подарком для вашего вышестоящего. Этот партнер вернется к вам после очередного реинвеста, если у вас будет к тому моменту активна эта площадка. Вы также можете обогнать своего пригласителя, купив площадку, которой у него нет. Тогда прибыль от его партнера в качестве подарков будет поступать вам, пока он не вернется в строй. Таким образом, на Farsage можно выстраивать различные стратегии заработка, по-разному комбинируя разные площадки на разных линиях. А можно ни о чем не париться и просто гнать рефов и получать жирный профит за счет активности других. Хотя наиболее популярной стратегией, так сказать, золотой середины, будет покупка сразу трех площадок в обеих линиях, что обойдется вам всего в 0,35 эфира. Теперь давайте перейдем к тому, как же зарегистрироваться на платформе Farsage. Присоединиться к матричному проекту вы сможете при помощи своего кошелька в системе Ethereum. При этом вам не нужно будет предоставлять свой приватный ключ, ваш кошелек и все ваши средства останутся полностью под вашим контролем. Для регистрации подходят два вида Ethereum кошельков: MetaMask для ПК в виде расширения для браузера Google Chrome и Trust Wallet для мобильного устройства на iOS и Android. Подробные инструкции по обоим способам вы найдете непосредственно на сайте Farsage. Ссылки на кошелек я оставлю под видео. А в данном ролике я покажу вам, как осуществляется регистрация с компьютера через кошелек MetaMask. Для этого вам нужно установить кошелек с официального сайта на ваш браузер Google Chrome, пополнить баланс на нужную сумму. Минимум это 0,05 эфириума, но желательно 0,35 для покупки сразу трех площадок в двух линиях. Пополнить кошелек вы можете через обменник или криптовалютную биржу. И также не забывайте про сумму, которую нужно выделить на комиссию для совершения транзакции. Когда кошелек установлен и баланс пополнен, просто переходим по партнерской ссылке на сайт Farsage и жмем кнопку «Автоматический вход». После чего MetaMask запросит у вас подтверждение, и вам надо будет нажать кнопку «Подключиться». После этого жмем на сайте кнопку «Зарегистрироваться» и в MetaMask подтверждаем транзакцию, которая активирует вам сразу обе площадки в программе X3 и X4. Все, начиная с этого момента, вы являетесь полноценным участником проекта Farsage. В личном кабинете вы можете найти свою реферальную ссылку, по которой вы сможете приглашать партнеров и строить свой сетевой бизнес, который не провалится завтра или через несколько месяцев, что обеспечено незыблемым смарт-контрактом. Фактически проект может работать и без сайта. Также в личном кабинете вы можете отслеживать всю статистику, докупать площадки и читать гайды и инструкции по стратегиям заработка Farsage. Надеюсь, что данный обзор был вам полезен и вы узнали для себя новый перспективный способ заработка на матричных проектах. Ну а с вами, как всегда, был криптовалютный блог Овсеенко Лайф. До новых встреч на моем канале!